Специальная программа «Робот» предложит звонящему выбрать вариант передачи данных в тоновом режиме или голосом. В зависимости от выбранного способа нужно набрать на клавиатуре или произнести громко и четко номер лицевого счета и показания приборов учета. 193. Система распознала. 193 кубометра. Если все правильно, скажите «правильно», иначе скажите слово «ошибка». Правильно. После робот сообщит сведения о расходе воды. Сегодня система может принять 20 звонков одновременно. А номера телефонов, по которым можно передать показания, вы сейчас видите на экране.